Всем большой привет! Немножко бэкстейджа на моем канале. Вот такие у меня новиночки. Итак, это у меня... Я решила попробовать. Большое спасибо моему главному спонсору, любимому мужу. Вот такой вот микроскоп на телефон. Я уже открывала, смотрела, но я его еще не тестила. И это такой видео-анонс. Я буду тестить обязательно в моих соцсетях. Ссылочки на которые вы сможете найти в описании к этому видео. А также в шапке моего канала. Там, кстати, я тоже добавила кнопочки на, собственно, картинки с эквестрисами. Посмотрите, есть. Вот такой вот микроскоп. Обязательно будут фотографии тестов, будут видео тестов. Когда я наконец-то найду модель, на которую будет интересно посмотреть через него. И, конечно же, будет описание, насколько мне понравилось, насколько это классно. Вот такой зарядник и сам микроскоп. Круто. Еще у меня есть две вот такие классные штуки. Это пару линз и фильтры, а это линзы. Итак, смотрите, обалдеть, я, честно говоря, в восторге. Смотрите, какая упаковка, какая коробочка, карабин. Все супер. Давайте откроем. Открываем. И у нас здесь вот такой вот клипса. Здесь уже на самой клипсе стоят линзы. Это Fish Eye. Вот она. Опять-таки, я буду их тестировать, делать фото и выкладывать. Обязательно про каждую линзу отдельно и писать свои отзывы. Насколько мне понравилось, не понравилось, что к чему. Не знаю насчет видео, в общем-то, с этими линзами, буду ли я делать или нет, ничего не обещаю, но фото будут точно. И вы их сможете найти в Инстаграме, на Патреоне и на ФБ, конечно же. Итак, здесь у меня очень, кстати, интересная, классная линза калейдоскоп. Эффект вау! Вот, честно, мне очень понравилось. Дальше у меня... Ох, ох, ох. В общем, тут разные. Есть телефото, фильтр, CPL, мобайл. Вообще, CPL фильтр. Так, вот этот прикольный фильтр. Он делает эффект звезд. Знаете, когда вот все лампочки будут... от них будут такие лучи расходиться. Очень интересный эффект. Здесь у меня макро X15 и с ней же широкоугольная камера. Калейдоскопа 2, как вы обратили внимание. Дальше есть... Radial filter и flow filter. Тут не знаю, как вам, честно говоря, словами. Это лучше будет вам увидеть на картинке. Вам будет понятнее. Так. Итак, не буду жадничать, покажу. Вот эта коробочка, эти все фильтрики. Итак, вот это вот калейдоскопы, видите? Так, вот это вот Starlight, ну, мелкая картинка, поэтому я буду делать фотографии, вы увидите. Ну, здесь макро и white, fish eye, и дальше этот самый radial. Так, flow, CPL. И телефото. Так, телефото, скажем так, как увеличительное стекло немножко работает, вот скажем так. Вот такой наборчик, и с ним идет протирать линзы и, конечно же, инструкция. Я в дичайшем восторге, очень-очень классная штука. Я уже немножко попробовала, но пока я в поиске модели, на которой показать действительно классные фото. Очень круто снимать цветение калейдоскопом, получается так прикольно. Ну, действительно очень прикольно, очень круто. И такой салют из цветов, я в диком восторге. Так, Starlight фильтр. Я, конечно, понимаю, что Новый год, гирлянды и елки будут смотреться просто волшебно. Но, наверное, надо все-таки достать уже гирлянду, чтобы потестить этот фильтр по-настоящему и было что показать. Так,
Вот такая волшебная коробочка теперь будет всегда везде со мной. И вторая волшебная коробочка, уже вернее чехольчик, тоже с таким карабином. Вот это вот, это, собственно, вместо прищепки зацеп, чтобы к телефону присоединять. Так, линзы. И линзы вот здесь. Вот так вот они сложены, каждая в отдельном чехольчике. Они отпадные, вот. Наводись, камера. Так, тут тоже фиш-ай, тут есть линзы, которые дублируют себя. Так, которые у меня уже есть и в других наборах, но, к сожалению, по-другому купить не получилось. Да, они все идут, я еще не снимала, с защитной пленочкой. Вот в таких вот открывающихся коробочках. Так, ну, чтобы достать, собственно, фильтр, требуется некоторая сноровка. К этому просто надо привыкнуть. Я сделала монтаж, на самом деле, привет, магия кино. Потому что у меня это заняло много времени с непривычки. Плюс я очень боялась повредить линзу. Но на деле, в принципе, баночки удобные. Главное не бояться и набить руку вынимать. Итак, у меня здесь фиш-ай. Кстати, давайте сравним. Так, в предыдущем наборе у меня фиш-ай 198, а здесь 195 градусов. Так, еще одна, еще две широкоугольные. Широкоугольная 110 и 170. Так, макро X10 и последняя. Да, это X2 телефото. Итак, ну, дублируются, конечно, у меня линзы, но это ничего. Я довольна, я сама выбирала этот набор. Я знала, что в нем будет идти, но это удобно. Когда у тебя есть повторяющийся, то есть у тебя всегда есть запасная, и если вдруг, не дай бог, у тебя что-то случается, то у тебя всегда есть подмена. В общем, вот такая крутая штука. Это я активно готовлюсь, я очень хочу, когда наконец-то нормализуется ситуация везде у нас, и не у нас, и у вас, и во всех странах мира, и опять вернутся наши орхидейные выставки. Я мечтаю поехать и сделать для вас крутые фоторепортажи, видеорепортажи. И в этом всем мне помогут эти линзы. И их будет удобно и вести, и хранить, и использовать. И опять-таки, так как у меня есть дублированные линзы, если, не дай бог, вдруг что-то случится, у меня будет подмена. Так, ну и уже покажу сразу коробочку. Раз у той линзы показала, и у этой покажу. Вот такие у меня новинки, вот такой у меня бэкстейдж. Ждите, ждите, в основном будут, еще раз повторюсь, фотки в Инстаграме и на ФБ, поэтому подписывайтесь там на меня, вам будут приходить уведомления, будете знать, если вам интересно. И на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр, всем солнечных дней, пышных цветений и, конечно же, новых классных девайсов и аксессуаров к ним. И всем пока-пока!